жарковато, конечно. Но в целом терпимо. Бывало и хуже. Приехали, значит, тут местный клубешник компьютерный. Необычный. Чтобы поиграть само собой, потренироваться и все такое. Ну, клуб такой, нормальный вроде. Ну как нормальный, относительно. В целом неплохо. Сидим, правда, там будем КВшки играть, а нам потом играть против Apex the Creation, а они сидят чуть ли не за нами. Так что придется что-то придумать. Ну, а компы нормальные? Компы, да, у нас хорошие, но там есть какие-то вроде не очень хорошие. Но мы сидим не за ними, само собой. Вот. А сейчас нас ждет фотосессия. Посмотрим, что из этого выйдет. Привет, ребята! Вот мы прилетели в Малайзию на Asus ROG Masters. Я первый раз в Малайзии нахожусь. И вначале было очень непривычно, что ли, когда ты находишься уже около 2 месяцев в холоде и прилетаешь, а здесь 30 градусов, уходишь на улицу, здесь нереально душно. По идее, должен быть сезон дождей, но сейчас хотя бы уже дождей нету, и это хорошо хотя бы. Вот. В целом, Малайзия довольно-таки противоречивая страна, как мне показалось, потому что в целом ты едешь, и могут быть какие-то заброшенные дома, какие-то маленькие грязные там дома, люди какие-то неотесанные ходить. И сразу же через 500 метров куча новостроек, куча крутых каких-то строений, там вот эти башни, близнецы, которые здесь находятся, там мы еще не были, побываем, надеюсь. Душно, еда здесь, пока еще не понял, хорошая или нет, точно лучше, чем в Китае, но это не значит, что хорошая. Надеюсь, что более-менее нормальная будет гостиница. Ну, нам повезло еще то, что нас заселили в гостиницу хорошую. Она такая более-менее старомодная, но в целом там хорошая очень пища. И если не выходить за пределы гостиницы, меня бы все устраивало здесь. Но в целом посмотрим еще. Здесь уже только один день находимся. И пока такие. Вроде нравится, а вроде и нет. Посмотрим, что дальше будет. Можете заглядывать в наш инстаграм Team Empire. Вот, там будут все наши, так сказать, посиделки дневные и какие-то трансляции, может, с игр, но это посмотрим. По ситуации, может быть, тоже буду подрубать.